Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я хотела бы вам задать несколько вопросов. Можно? Можно. Со мной вот мой ассистент. Она будет мне помогать. Хорошо? Я не могу уже здесь жить. Так, первый вопрос. Как вас зовут? Алик. А я Мария. Мы знаем, ты мой ассистент. Я знаю, что тебя Мария зовут. Сколько вам лет, Александр? 6. Тебе 6 лет? А у меня 3 годика. Ассистент, вы можете помолчать? Вы со мной работаете. Мы спрашиваем, задаем вопросы вот этому человеку. Вы ходите в школу? Да. Ну, вам нравится в школе? Mm-mm. Не нравится? Почему? Потому. А какие у вас причины? Что вам там не нравится? Все. Все не нравится? Mm-hmm. Понятно. У вас есть мама и папа? Ну, да. Да? Вы их любите? Вы их любите? Да. Как любите? Сильно? Да. А кого больше, маму или папу? Все. Обоих? Да. Хорошо. У вас есть друзья? Да. А что такое для вас дружба? Что это значит? Это значит, что мы дружно... Я не знаю. Не знаете, как объяснить? А что такое для вас любовь? Любовь — это что мальчик и девочка, они любят друг друга. А еще? Ну. А еще? Еще. У вас есть подружка? Ну да. Как ее зовут? Не знаю. Это секрет? Да. Почему? Потому. Вы стесняетесь? А что такое для вас семья? Семья — это мама, папа, сестра, брат. Да? Да. Семья должна какая быть? Ну... Дружная, хорошая. Еще? Ну. Извини!